Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня мы напоминаем, что сегодня в 20 часов у нас погружение, коллективное погружение на тему везения. Везение это будет или счастье, это каждый решит сам. Мы все больше про счастье, потому что везение для каждого человека свое. Для кого-то везение это деньги, ну это, наверное, для подавляющей массы. А для кого-то везение это секс, для кого-то везение – это отношения, дети, дом, машина. У каждого свое везение. Да, у кого-то здоровье, да, а у кого-то с парашютом прыгнуть. То есть у нас у каждого будет свое везение. Но. А у кого-то найти клад. У кого-то найти клад. Мы сегодня каждый найдем свой клад, потому что у каждого из нас свои задачи, свои везения, свое счастье. И заходить мы будем через счастье. И сегодня мы будем пробовать новую техническую базу, действительно очень сильную, магическую, сразу оговорюсь, магическую. Ребята, которые проходили с нами курс «Надсознание плюс подсознание вверх», будут нам помогать. Я думаю, что сегодня будет хорошее погружение и очень эффективное. Для того, чтобы участвовать, надо зайти на Subrition, subrition.com, открыть коллективное погружение «Везение», оплатить и подключиться. И до того, как вы подключитесь, до того, как начнется погружение, вы для себя внутри определитесь, что же для вас везение, да? Что же для вас вот эти состояния счастья, которые вы испытываете, когда считаете, что вам везет. Да, и кто это везет на себе, это счастье? А вот... И, конечно же, мы бы хотели потом, спустя какое-то время, иметь обратную связь, что у вас изменилось. И насколько действительно то, что вы считали везением, опираясь на состояние счастья, действительно для вашего подсознания было именно это, было состоянием счастья, да, именно это дарило счастье. Потому что очень часто человек говорит, я буду счастлив, если вот я там получу машину. Вот он получает эту машину, он несчастлив. А при этом его подсознание организовывает все так, что рядом с ним вдруг в течение того времени оказывается человек, жизнь становится другая, счастливая, успешная и так далее. А человек зациклен на этой машине и не видит вот этого счастья. Так вот, нам бы хотелось все-таки в обратной связи, чтобы вы шире смотрели горизонты и говорили, как изменилась ваша жизнь после этого погружения. Потому что мы ставим целью не какие-то материальные бонусы, мы ставим целью счастья. А что вы вложите в это понятие, это будет зависеть от вас. А работать мы будем синхронно. Поэтому если вам интересна вот эта тема, если вам интересен инфодайвинг в принципе, и вам интересны тренировки, коллективное погружение, это прямая тренировка, это прямая раскачка, это управление своим восприятием, это погружение в себя, конкретно в себя, это тренировка субъективного восприятия. Если вам все это интересно, подключайтесь. На самом деле это познание себя, а путь познания себя самый интересный. Нет ничего в мире интереснее, чем ты сам для себя. Ведь так же? Конечно. Присоединяйтесь. Ждем вас сегодня вечером в 20 часов.